Добрый день всем! Я Манько Елена, я участник конкурса. Хочу представить вашему вниманию вот такую вот работу. Она имеет формат А3 и называется «Бездна». Это одна из работ моего цикла, который называется «Whirlpools» или «Водовороты». Немного об этой работе. Я практикующий психолог. Уже 15 лет я работаю с детками с особенными потребностями, а также с женщинами, матерями этих деток, семьями. И в своей работе я использую метод арт-терапии. Я сертифицированный арт-терапевт в различных направлениях. Но последнее время я работала и продолжаю работать над циклом работ вот такого вот характера, абстрактной работы, такой вот цикличной, скажем так, с цикличным характером. У меня таких работ приблизительно 150, но это самая любимая, потому что она первая. Я не имею художественного образования, я нигде не училась, я просто вместе с моими учениками, с моими детками, я называю их моими детками, я просто взяла в руки карандаши и рисовала. Мне очень понравилось. Я раньше этого не делала и такого удовлетворения не получала. Потом я купила гуашь, стала рисовать гуашью. Мне понравилось. Потом я набралась храбрости и купила набор акриловых красок. Писала ими. Мне понравилось. И вот в конце концов я приобрела набор масляных пастельных карандашей. И вот это была любовь с первого взгляда. Это мое. Я люблю пастозность, я люблю тут жирность, которая наносится, я люблю, как смешиваются цвета, я люблю, как они делают плавный переход. Мне очень нравится. Эта работа выполнена на плотной бумаге для акварели, для рисования акварелью. Это Montvalot Canson Paper. Также я использовала пастельные масляные мелки от Mingyo и Pentel. Я стараюсь выбирать качественные материалы, и это залог того, что работа сохранится, работа будет приносить пользу. Может быть, вы видите, эта работа, она такая уже немножко потрепанная, она немножко здесь кое-где затерлась, потому что эти картинки, эти иллюстрации я использую в своей работе на сессиях. То есть это не висит на стене и не пылится в углу в папочке. Она на столе между мной и клиентом, как и остальные работы подобного типа, подобного характера, которые я вот использую в своей работе. Я знаю ценность этой работы, я знаю, какое влияние она оказывает на людей, как они плачут, как они улыбаются, просят сделать фотографию. Много раз просили продать ту или иную работу, которая нашла отклик в человеке и затронула вот струнки души. Но я не продаю свои работы, я понятия не имею, как это делать, и стоит ли, и имеет ли эти работы ценность какую-то. То есть ментальную ценность 500%, а как художественную понятия не имею. Поэтому я участвую в этом конкурсе, чтобы мне компетентное жюри объяснило, показало, оценило ценность этих работ с художественной точки зрения, а также мое мастерство. Естественно, я хочу победить. Это приятно, это тешит самолюбие. Но также для меня будет очень большой наградой получить комментарии, отзывы специалистов, профессиональных художников по поводу моих работ. Поэтому я жду ваших отзывов, жду ваши оценки, ваши баллы. И если вас не затруднит, подскажите мне, расскажите мне, что эта работа является собой по вашему мнению. Мне это будет очень полезно в моей, скажем так, в моей карьере, в моем профессиональном росте, потому что таких работ у меня 150. Я создала на их основе колоду метафорических ассоциативных карт. Также я создала два дневника под названием «Антистресс», чтобы люди в домашних условиях могли прорабатывать свои глубинные стрессовые, скажем так, состояния.
Для меня очень важно получить оценку специалистов, поэтому оценивайте, я буду вам очень благодарна. Спасибо.